В рамках арт-пикника Славы Фроловой прошел всеукраинский театральный фестиваль «Перекресток». Действо на ВДНХ длилось 2 дня. Любой фестиваль, который касается искусства, тем более театрального искусства, на Украине это не так, вернее, в Украине это не так много таких фестивалей, они очень нужны. Я приветствую. Еще недавно фестиваль родился как маленькое локальное событие. Уже сейчас он достиг уровня страны. Вскоре организаторы планируют превратить его в событие международного класса. Фестиваль изначально задумывался как образовательный проект для подтягивания людей к культуре. Здесь берут участие профессиональные коллективы и коллективы, которые только начинают свой путь. В процессе того они перехлещиваются, да, на перекрестке происходит обмен опытом, и люди, собственно говоря, растут. И правда, мероприятие посетили как метры украинской и советской сцены, так и совсем молодые коллективы, составив вместе очень интересную общую картину и представив множество разнообразных спектаклей. Мы изначально собираемся, здороваемся, потому что нам в кайф и классно друг друга повидать, да. Потом мы думаем о том, сколько дней нам нужно, чтобы насытиться. В прошлый раз нам нужно было 2, в этом году 4. Я думаю, в следующем году мы, наверное, потусим недели. Ну вот так. А какая программа? Да просто смотрим, у кого что есть, что мы можем там за год представить, у кого какие работы и насколько они сейчас там нужны людям, да? Насколько мы сейчас должны поделиться каким-либо материалом. Вот так. Алексей Гадзенко, Сергей Орлов, Дмитрий Кучер, Роса ТВ.